общем, у меня было очень много, куча проблем. Естественно, проблемы с деньгами, кредитами. Меня самой физически не хватало ни на что. В голове мысли крутились вокруг только проблем. То есть я больше ни о чем не могла думать. Я их не могла и решить, и в то же время я все время работая и живя, кушая, как говорится, все время думала о своих проблемах. Естественно, это были денежного характера. Я просто выручила одного человека, и этот человек подвел меня. И это все, естественно, сказалось на моем состоянии, на состоянии души, психологического характера. Физическое состояние всегда было вот все время уставшее. И, естественно, я не могла это все вернуть на место. И в то же время не могла забрать эти деньги. Листала Инстаграм, и в это время мне попалась вот именно первый раз я в жизни увидела вот Игоря Кима, и мне понравилась его работа, что вот он работает от души, не столько на, скажем, на количество денег, сколько на качество. После прохождения тренинга у меня вот здесь прям освободилось. Вот я перестала вообще зацикливаться на вот этих проблемах, я перестала их без конца о них думать, то есть и соответственно у меня они сами собой как бы разрешились. А сейчас некогда думать о них вообще. И после этого у меня доход увеличился в 4-5 раза больше. В отпуск уезжаю в Турцию, о чем я даже и не думала, и даже не могла позволить, допустим, в прошлом году, да, даже думать не могла. А сейчас вот, слава Аллаху, еду с супругом в отпуск в Турцию.